Свыше 1 миллиарда рублей внесли жители республики по программе долгосрочных сбережений с января по октябрь этого года. Договоры заключили более 46 тысяч человек. По этим показателям республика входит в топ-10 регионов страны, сообщили в Нацбанке по Башкортостану. За октябрь в программу вступили порядка 10 тысяч человек. Они внесли в общей сложности около 270 миллионов. В Нацбанке напомнили порядок вступления в программу долгосрочных сбережений. Для этого необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом и начать делать взносы не менее 2000 рублей в год. Каждый месяц счет будет пополняться и государством. В течение первых 10 лет годовая надбавка составит до 36 тысяч рублей. Банк России совместно с правительством страны работает над расширением линейки долгосрочных источников финансирования экономики и повышением их привлекательности для инвесторов. Программа долгосрочных сбережений сегодня самый массовый такой продукт. Он доступен каждому и отвечает потребностям граждан с точки зрения сохранности средств, их защиты от инфляции и дополнительного дохода в будущем. Получить накопленные средства можно через 15 лет после заключения договора или при достижении 55-летнего возраста у женщин и 60-летнего у мужчин. Выплаты могут быть ежемесячными, пожизненными или в течение 10 лет. А также есть возможность воспользоваться средствами раньше, например, для оплаты дорогостоящего лечения или в связи с потерей кормильца.